Всем привет! Доброе утро из Самары. Самара — город с пробками. Сегодня у нас спецучастка нету Шелкового пути. Мы едем выполнять квест. Задача изначально прямо на выезде из Бивуака была очень интересная. То ли ехать по верхней дороге, навигатор Яндекса показывал через Тольятти, и это 400 с лишним километров, или по нижней дороге. Мы выбрали нижнюю дорогу, ну и организаторы позже написали, что это правильно. Где-то везде что-то тут перекрыто, поэтому не знаю. Но пока тащимся в самой Самаре. Тут пробки, светофоров тут прям один за другим. И, конечно, создают дополнительные заторы просто на пустом месте из-за светофоров. Но, тем не менее, едем. А вот маршрут у нас... Маршрут сейчас попробую посмотреть. Где его показать бы. Ах, не получится. Вот у нас такой маршрут. Сейчас я вам покажу. Вот. Вот так показывает, куда нам ехать. Сейчас. Вот. Это нижняя дорога, мы ее так назвали. Не через Тольятти, а по низу. Ну, посмотрим. Она, короче, на 70 километров. А что по факту получится, пока не знаю. По времени, которое выдает навигатор, мы уже, в общем-то, опаздываем. Но, да ладно. Погода сегодня прохладная. Дождь ночью поливал, поэтому жары никакой нету. Комфортно ехать. Ну, не знаю, машины, наверное, будут грязные, когда приедем на точку. А там собираемся, ну, планируем, во всяком случае, фотографироваться. Всем хорошего дня, плодотворной недели. Следите за нашей поездкой. Уже совсем скоро будем в Москве. Ну как скоро? 15 числа. До встречи!